Нам очень будет в первую очередь интересно посмотреть на всю нашу молодежь, которая есть, которую мы, юношеские команды, не часто видим. Хотим все-таки поближе познакомиться. Это одна из задач. Другая задача — те игроки, которые не в сборной, они проведут хороший спарринг, тем более, что всегда молодежные команды, которые играют против основных, они играют с большой мотивацией, и это будет, на мой взгляд, достаточно такой интересные игры. Ну, здесь приятное, можно сказать, и с полезным. С полезным даст интерес для молодых. Они, ребята, увидят, что мы на них обращаем внимание, то, что они все время под нашим контролем, школа наша работает, и все равно будущее за нашими футболистами. И вот сейчас возвратили Антона Мирончука, который то же самое будет участвовать в этом турнире. Посмотрим, в каком он состоянии. Ну и дальнейшие лучших будем привлекать, тренировочные занятия. Вполне возможно, кто-то на зимний тренировочный сбор поедет.